Как меня слышно? Поставьте цифры 7, если все хорошо. Воу-воу-воу, отлично. Я рад вас всех здесь приветствовать. С прекрасной солнечной Малайзии, с острова Лангкави. Мы проводим здесь почти уже неделю. И сегодня перемещаемся в следующий город, в котором мы продолжим отдых, посвященный с работой. Это город Куала-Лумпур. Будем еще несколько дней находиться там. Чуть меньше недели. Окей. Ну что ж, давайте начинать наш сегодняшний брифинг. Он будет посвящен ответу на ваши вопросы. Поэтому смело задавайте ваши вопросы, и я отвечу на все. Поехали. Давайте первый вопрос задам вам я. Как вам вчерашние новости? Отлично. Окей. Благодарю. Так. Рустем, ответ на твой вопрос. Да, человек, если оплатил только личный кабинет за $35, он может взять макси-пак. Да. Чем отличается наш PRM от остальных, которые есть в App Store? Это абсолютно разные все программы. Они называются тоже PRM, там есть две или три программы, но у них разный функционал. Какова динамика роста количества партнеров, работающих в компании за год? Количество юнит. Динамика роста сейчас у нас около 15 тысяч регистраций уже за год. То есть, ну, в среднем поделить на 12 месяцев. Получите в среднем, что больше, чем на 1000 партнеров в месяц у нас появляется. Но мы считаем, что это мало. Будем максимально увеличиваться. Количество юнитов. Что именно? Что за вопрос? Не совсем понял. Что за магазины? Что можно там купить? А вы в него заходили? Встречный вам вопрос. Когда вы в него зайдете, там, по-моему, все очень понятно. Что за магазин и что там можно купить? Лицензии PRM, которые входили в пак, как их активировать? У вас есть месяц free trial бесплатный, после этого вам будет предложено ввести код. Планшеты сейчас всем приезжают дозированно. В некоторых городах уже обчили, в некоторых еще нет. Партиями их высылаем по городам. Дойдет очередь и до вас. Коды активации PRM появятся у вас у всех в личных кабинетах.
Он не пропадает, я просто отключаю микрофон, провожу в режиме радио, точнее рации. Отвечаю на самый первый вопрос, который задал Александр и Татьяна из Крыма. В чем революционность ПРМа? Революционность в том, что все обычные списки знакомых люди ведут в тетрадках, в блокнотиках, в ручечках. Вот. Мы сделали революцию в том плане, что теперь все будет в 21 веке находиться в телефонах, понимаете, в одной кнопке мобильного телефона. Весь список знакомых и работа с ним. Если вы прямо разберетесь, там полазите по всем разделам, то вы поймете, в чем его преимущество. Мы проведем отдельный вебинар по ПРМ, где пошагово полностью вам распишем, с чем его едят, как им пользоваться, и подготовим для вас методички, как можно его легко продавать. Почему товарооборот компании растет, а пассив все меньше и меньше? Товарооборот компании, он меняется регулярно, и первый пассив, вы помните, с чего был выплачен, не буду повторяться. Второй тоже, с чего продажи облачного хранилища на сегодняшний день являются показателем того, какой вы получаете пассивный доход. И, соответственно, только лишь продавая облачное хранилище, только лишь на основании этого мы выплачиваем вам пассивный доход. Соответственно, завтра запускается у нас Push Me Fun, запускается в нем продажа стикеров, ваш пассивный доход будет также увеличиться за счет продажи и в том числе стикеров. Вот. Ну и так же, как и следующих продуктов компании. Виктория, а вы проверьте, зайдите в Play Market, наберите ПРМ, посмотрите, есть или нет. А ПРМ могут пользоваться уже и другие партнеры. Я написал в своем посте, я выставил его в Instagram, почитайте, что сейчас он больше заточен под наших партнеров. Но если там не принимать во внимание парочки вкладок, таких как там мессенджер и там оплата на $35 и пару скриптов, то им уже могут пользоваться этой программой любой сетевик. Вообще мы сейчас его будем адаптировать, будем в следующем обновлении убирать слова мессенджер и 35, потому что он тогда сможет быть уже пригоден абсолютно для всех. Но пока что уже люди могут начинать пользоваться, просто не обращая внимания на эти два поля. А вообще, чуть дальше, вообще будут целые отдельные CRM-ки, не только для MLM-бизнеса, кстати, а вообще для любого трейдного бизнеса. CRM, да, все пользователи скачивают бесплатно, и им дается первый месяц free trial, ну такой период, попробовать месяц, да, после этого им будет предложено приобрести лицензию либо на полгода, либо на год.
игры и музыка в Фании в ближайшее время не планируется. Если мы говорим об играх, то, скорее всего, это будет в отдельных приложениях, это будут отдельные продукты. Ольга, мне вот сейчас отвечают с департамента по работе с партнерами, что ролик залили. А, ссылок на скачивание еще нет. Сейчас, подождите, я уточню про ролик. Да, я забыл, я же сам департаменту нашему дал распоряжение, чтобы не выкладывали видео, пока у нас не будет релиза Push Me Fun. Потому что в этом видео я говорю, прямо под этим видео скачайте наш мессенджер Push Me Fun. А соответственно, они сегодня заходят, а там нету Push Me Fun. Поэтому завтра, как только мы размещаем Push Me Fun Messenger, мы, соответственно, выгрузим видео, где под ним будут прямые ссылки на скачивание всех наших продуктов. Уточните вопрос, за продажи через личный кабинет, за продажи чего и кому? В ближайшие дни по прилету в Москву у нас появится в личном кабинете свидетельство сотрудничества с Deloitte. Вот. Кстати, кто не видел, уже в личном кабинете внизу есть все соглашения, есть реквизиты компании и есть свидетельство о регистрации компании. Кому нужно, имейте в виду, это уже все полностью есть. Все данные компании, свидетельства и так далее. По Deloitte будет на днях по прилету в Москву. Про iPad не знаю, проверьте, я не видел версию для iPad, не смотрел. Но вообще в идеале мы делали ее для iPhone. Скорее всего, возможно, какие-то будут небольшие различия, но не глобальные. Лучше всего пользоваться с мобильных именно устройств, со смартфонов. Смотрите, Сергей, тут немножко процедура другая. Люди скачивают PRM бесплатно. Сергей, тут смотрите, какая ситуация. Люди скачивают PRM бесплатно, но потом им нужно будет ввести код, который они могут попросить у вас. Поэтому будьте бдительны, иначе они могут попросить у кого-нибудь другого. Это обычные прямые продажи. Это продукт, который мы продаем.
Сарман, на сегодняшний день такого сервиса нет, чтобы вы могли кого-то отправить там к нам в магазин, в шоп, кто-нибудь что-нибудь там купит, а вы с этого что-то получите. Но, возможно, мы что-нибудь в будущем насчет этого подумаем. На сегодняшний день, в ближайшие несколько месяцев, ну, точно нет. Нет. Если у вас есть обладатель Maxi Planet Pass, я вам открою секрет. У нас сколько обладателей Maxi Pack'ов в силу по компании? Несколько сотен человек, у кого есть Maxi Planet Pass. Речь идет о покупке Maxi Pack'а в этом цикле. Вот со вчерашнего дня, со вторника по ближайший вторник. Вот в этом периоде, кто покупает Maxi Pack, он получает в подарок, соответственно, билет на питерское событие и смартфон. Да, Ольга, все правильно. Вы пользуетесь 1 терабайтом в течение года, затем оплачиваете снова. Но у нас в каждый пакет входят эти лицензии, а дальше люди, которые поймут и привыкнут к этому, они не смогут не продлевать, соответственно, потому что это уже какой-то тренд некий, весь мир так делает, поэтому это нормально. Годовая оплата лицензии на 1 терабайт. Александр, вы можете ваше предложение прислать к нам на почту support@corp.com. Мы его рассмотрим, с вами выйдем на связь и дальше уже посмотрим, что из этого может получиться. Булат, вы заходите в личный кабинет, например, вы еще не партнер, вам дали реферальную, заполнили анкету, и вам вы выбираете пакет, нажимаете «Оплатить», и он вам предлагает способы оплаты: пойти в банк, либо оплатить банковской карточкой. Вы выбираете «Оплатить банковской карточкой», вводите реквизиты своей любой MasterCard или Visa банковской карточки, и моментально проходит оплата. Planet Pass будет ли давать пассивный ежемесячный доход? Ежемесячный доход нет, но ближе к концу года мы рассматриваем вариант, чтобы платить некий такой ежеквартальный, скорее всего, кэш-аут правильно называется, ну что-то вроде пассивного, да, как бы дохода, так проще вам будет понимать. Вот, раз в квартал начнется, это ближе к концу уже этого года.
Смотрите, по поводу вывода денег из кабинета на карты, на самом деле мы это уже давно делаем. Единственное, что мало кто этим реально пользуется. Фишка в чем? Пока что вы пишете на почту, в суппорт, на ту же почту пишете, прошу там мое вознаграждение вывести на такую-то банковскую карточку, там указывайте свои реквизиты, и вы получите туда деньги. Единственное, там есть ограничение, что мы это делаем в случае, когда у вас есть на вывод от 500 долларов. Потому что если мы будем там каждые 3 доллара выводить, ну как бы понимаете, да, это операционная нагрузка большая на сотрудников, потому что это делается вручную. Поэтому от 500 долларов у вас накапливается, пишите в суппорт, указывайте реквизиты вашей карточки, и вуаля, деньги на вашей банковской карте. Поздравляю вас. А чуть позже, через несколько месяцев, мы сделаем прямо такую кнопочку «Вывод», и будет указано «Вывести на банковскую карточку». Вы ее один раз привязываете, и туда будет начисляться ваше вознаграждение. Ну, опять-таки, от 500 долларов. Вот, пожалуйста. Рузанна, вам действительно не показалось, облачное хранилище у нас на сегодняшний день продается на отдельном сайте pushmecloud.org. И, соответственно, мы сейчас рассматриваем такую идею, чтобы в том числе продавать его в нашем магазине, да, shop, который dstglobal.net. Вот. Но пока оно продается отдельно. Смотрите, по поводу комиссии партнеров за продажу платных продуктов сторонним клиентам через ЛК. Комиссия будет в виде CV. Так как вы их покупаете, вы получаете CV и по маркетинг-плану будете получать вознаграждение. Подписанное с двух сторон соглашение о чем и между кем и кем. Мира, вывод денег 500 от 500 долларов. А Рашид, без...
Так, я на связи, звук есть, все хорошо. А вы? Так, Рашид, отвечай на вопросы, если прервалась там связь, прям через Facebook и все. Рашид, через Facebook. Сейчас, друзья, скажите, меня слышно? Скорее всего, вот, Юрий, отвечаю на ваш вопрос, что произойдет с файлами клиента, если через год пользования человек может продлить лицензию. Именно его там файлы заморозятся, и после оплаты... рекомендованная цена на 100 гигабайтов и на 1 терабайт, например, $200 в год, но при этом вы можете продавать по любой цене. Это... Смотрите, сейфи, я смог все-таки разгадать ваш вопрос. Вы, наверное, имеете в виду, когда я кому-то отправляю ссылку на скачивание, когда мне будут за это платить, да? Скорее всего, этот функционал мы сделаем к Санкт-Петербургскому мероприятию.
когда мы будем... Стоимость клауда на одного год $200. А все остальные наших продуктов, BRM, а также всех стикеров указаны на сайте shop.dstglobal.net. Если человек не хочет заходить на пакет, хочет только купить макси-пак. Все очень просто, Юлия Ходкова. О, это я понял. Все очень просто. Оплачивайте ему кабинет за $35, и сразу после этого можно купить макси-пак. Все. Роза, к сожалению, нет. Это идет именно годовая лицензия, так везде. Apple Cloud, в Dropbox, там вы просто покупаете себе хранилище на какое-то время, там, на год, на месяц, там, на полгода. И вне зависимости от того, используете вы его или нет, с вас списывается оплата. Да, абсолютно верно, Эльмира. Человек, приобретающий на этой неделе несколько макси-паков, получает несколько, ну, согласно, там, 5 макси-паков купил, 5 смартфонов получил и 5 билетов на самолет в Санкт-Петербурге. Нурлан, поясни вопрос. А тебе... Людмила, я думаю, к Санкт-Петербургу. Тебе как? Людмила, для Санкт-Петербурга ответ, что вот к мероприятию в Петербурге в июне.
Виктория, нет, есть бесплатные, есть платные. Сауле, какие вы имеете в виду, например, новые продукты, связанные с пушми? А новые стартапы, да, будут выпускаться. Каких примерно промежутков, ну не знаю. Как что-то интересное найдем, будем делать. В июне будет представлен уже еще один новый стартап для вас. Марина, CV за личные покупки, да, они уходят вверх, так везде, поэтому... Леонид, я впервые слышу про некий Альянсбанк. Александр, выводить до $500 можно евалетами через какие-то следующие проплаты ваших партнеров. То, что в принципе происходит в данный момент. Мира, в данном случае по закону,
все это делать, потому что у нас есть публичная оферта. Публично имеется в виду выставляется, то есть да, она каждому не рассылается на подпись. Принятие, то есть галочка, да, некоторый акцепт такой так называемый, это и есть подписание этой оферты и принятие того, что в ней написано. То есть по силе, скажем так, закона, да, это одинаково, что в каких-то других делах вы бы подписали соглашение, что в нашем бизнесе вы поставите галочку. Это электронная коммерция, это, ну, законы о любом там интернет-бизнесе. Сергей, я уже на этот вопрос ответил. Платить за скачивание, да, то, о чем мы говорили, мы об этом объявим на событии в Санкт-Петербурге в июне. Валентина, да, по партнерке человек зарабатывает, но не купит с наших пакетов. Что значит, будет ли отсутствие бизнес-пакета как-то влиять на вывод денег в дальнейшем? Ну, в каком смысле? Каких тогда в таком случае? Офис Санкт-Петербург, да, дадим смартфон. Если он зарегистрируется на $35 просто и приведет двоих, кто купит максипаки, мы ему дадим смартфон. Раздача, выдача телефонов, да, смартфонов будет осуществлена, осуществиться до события в Санкт-Петербурге, а возможно и на нем. Вы имеете в виду, у кого на 35 и есть максипак, или что? Или просто те, кто на 35?
А трансфер имеется в виду деньги, которые выплачиваются в виде пассивного дохода? Смотрите, человек, который купил за $35, просто кабинет себе активировал, он не может получать никаких бонусов, поэтому кнопки этой у него и не будет. Он может себе купить стартер-пакет за $100 и спокойно выводить свой пассивный доход. Турсунгуль, вы напишите этот вопрос в суппорт, мы разберемся. Раушана нет, конечно нет, только те, кто с начала нового цикла их купил. Оль, в этом месяце вы получите ваши планшеты, можете связаться с департаментом по работе с партнерами и согласовать точную дату и способ отправки. Роза, как понять, они очень неудобные, вы откуда знаете, какие они, и удобные они или неудобные? Во-первых, хорошо, мы можем с вами дождаться, когда будут удобные. Давайте тогда ориентировочно к следующему году мы, возможно, подготовим одну большую удобную. Тогда все оставляем как есть. Либо начнем сейчас, что есть, 4 платежных систем, вполне удобных, которыми крупные компании по всему миру, в частности в СНГ, пользуются, и все нормально работает. Поэтому для начала это более чем удобно, и дальше, конечно, мы будем стремиться к какой-то одной единой конкретной платежной системе. Да, Андрей, хороший вопрос.
Естественно, компания собирается раскручивать и продвигать мессенджеры не только по дистрибьюторской сети. Мы планируем заниматься глобальной рекламой. Наш партнер, с которым мы сейчас начинаем сотрудничать, компания DigiPay, они для нас уже подготовили первые 10 тысяч карт. Поэтому вы будете иметь карты от компании. Ольга, пока нет, пока только версия для смартфонов. Татьяна, на днях мы будем уже подписывать договор и бронировать зал. По факту на процентов, скажем так, 90 мы уже определились. Ничего не предвещает перемен. В любом случае вы получите рассылку. Но если прямо сейчас нужно знать, что на чем мы остановились, скорее всего, это будет Park Inn отель. Прибалтийский Park Inn. В любом случае вы получите рассылку в самое ближайшее время. А смартфон какой модели будет? iPhone 6s Plus. И также будет Верту идти еще в подарок с розового золота. И MacBook еще будет в подарок. Это, ну, как бы к смартфону. Вот. MacBook, Верту и iPhone 6 Plus S. Специальным покрытием с подписью Владимира Владимировича Путина. Сейчас еще мы дополнительно рассматриваем вариант, чтобы к смартфону добавить подарок Audi A7. Часики мы тоже рассматриваем, просто мы колеблемся, или Patek Philippe, или Rolex, ну, за макси-пак вот сделать. Rolex мы присмотрели за 50 тысяч евро, берешь мини-пак, берешь за 500 долларов, покупаешь Rolex за 50 тысяч евро. Ну, сейчас рассматриваем такой промоушен, хороший очень. Вера, почему деньги с баланса можно перевести только нижестоящему? Это с контрактного счета можно перевести только по генеалогии нижестоящему, а с балансом хоть куда?
Эльмир, напишите это, пожалуйста, в суппорт. Да, Людмила, возможно, передача по наследству партнерского места в DST. Для этого должно быть заявление. Но сейчас, чуть позже, я думаю, мы сможем какую-нибудь форму подготовить, так же, как и предугадываю вопрос других людей, брачный контракт. Булат, ваши сообщения уходят на модерацию, потому что мы модерируем чат, и ваши сообщения уходят на модерацию. Поэтому ваши сообщения уходят на модерацию. Юля, новый цикл отныне считается с 15.00 по Москве. То есть он заканчивается в 15.00 по Москве и начинается новый цикл. Людмила, чтобы выводить дивиденды с Planet Pass'ов, пакетов, в любом случае должен быть хотя бы самый минимальный партнерский пакет. Да, Нурлан, у нас были предложения по покупке нашего мессенджера, но цена нас пока не устраивает, поэтому развиваемся дальше. Сергей, насчет Галимой не знаю, но насчет какой-нибудь мы подумаем. Скорее всего нет, но посмотрим. Если это будет вам давать хороший пассивный доход, то я думаю, почему нет. Пока не рассматриваем таких вариантов. Я думаю, что карточки мы получим тогда, когда мы будем работать с ДГПМ. Это будет, скорее всего, до события июньского в Санкт-Петербурге. А скорее всего, что очевиднее всего, это будет даже раньше, или май, или даже апрель. Смотрите, веб-версия, это имеется в виду компьютер. Планшет не является веб-версией. Планшет это больше к мобильной версии идет. По поводу долей в Пушме у нас для вас есть потрясающие новости, которые мы объявим в Санкт-Петербурге.
Гульнар, я сейчас на этот вопрос не смогу ответить. Нужно делать запрос, сколько конкретно у нас приобретено макси и мини-паков. Их количество растет в день на десятки и сотни пакетов. Я вам точную цифру на данную секунду сказать не могу. Она всегда меняется. Александр, мы сейчас делаем сайт компании DST, он сейчас, разработка его в самом разгаре, поэтому как только, так сразу мы его анонсируем вам. Андрей, ответ нет. Эльмира, да, можно. Это, к сожалению, информация конфиденциальная. Завтра переезд на новую платформу обеих версий. Калила, скорее всего, какие-то чисто символическую плату нужно будет сделать, но в любом случае все детали по этому поводу мы вам, естественно, в отдельном брифинге, либо на вебинаре все разъясним. Имеется в виду, да, мы сейчас чуть позже это внедрим, Рустем. Сейчас все начисления формируются за один раз, и происходят они раз в неделю по вторникам.
Там дует? Эльмира, да, может закрыться Full Planet Pass раньше июля, в случае, если мы продадим макс-паков на 10 миллионов долларов. Там дует? С Pushme Fun можно звонить на Pushme мессенджеры. Pushme именно. Какое представительство от Deloitte вы имеете в виду? У Deloitte есть свои представительства по всему миру. В личном кабинете не будет счетчика на скачивание мессенджера. Это есть в App Store и Play Market. Тому, кто купил максипак, на чье имя куплен максипак. Официальное представительство в Казахстане, вы имеете в виду, когда будет открыто? В ближайшей неделе оно будет у вас официально открыто. В истории Казахстана юридический адрес представительства официального компании будет находиться в городе Алматы. Неважно, был он активен или не был он активен, бонус партнеру 20% по юнитам начисляется в любом случае при продлении личного кабинета и купленного любого пакета. Эржигит, у нас есть партнеры, которые 4 апреля купили 20 промопаков, максипаков, им нельзя смартфон.
Ребят, давайте еще три коротких вопроса, а то мы уже полтора часа почти вещаем, а у нас сейчас самолет Куала-Лумпур. Три вопроса важнейших, прошу. Можно, короче, если вы купили Макси-пак в 2009 году, можно смартфон получить. Алия, вам на самом деле какая разница в Алмате, в Астане, в Чимкенте, в Таразе мы откроем? Какая разница вот лично для вас, где будет открыто административное представительство компании? Это как в Москве. Ну, какая разница, где, как туда попасть? Да никак. В административный офис вход дистрибьюторам запрещен. Туда никто никогда никак не сможет пройти, кроме каким-то там назначенную специально гендиректором встречу персональную там. Это документальный офис, где проходят какие-то операции, подписываются договора, там подсчеты ведется, бухгалтерии, там печати ставятся и так далее. Вам по факту, что он в Астане, что он в Алмате, просто так удобнее, потому что наш генеральный директор, он живет в Алмате. И, естественно, нам для его удобства комфортнее было открыть это в Алмате. Вот и все. Имя гендиректора в РФ мы объявим чуть позже. Имя гендиректора РФ мы объявим чуть позже. Сейчас, скорее всего, ближайшая кандидатура это Ян Орлов. Но не факт. Олег Воронин, вы претендуете на эту должность? А в Казахстане гендиректор у нас назначен Олег Николаевич Ким. Это вам спасибо, дорогие друзья, за ваши вопросы, за проявляемый вами интерес. Я надеюсь, что вы получили ответы на большую часть своих вопросов.
Мы в любом случае всегда с вами на связи. И у нас в четверг уже, то есть завтра, будет ближайший брифинг. Вебинар обучающий. Следите за расписанием на нашем сайте новом, да, officepushmecorp.com/office. Вот, расписание вебинаров, расписание офисов. Я надеюсь, вам понравился дизайн, как мы это сделали. Вот. Да, все это будет, поэтому я вам хочу пожелать все-таки начать уже бить все рекорды поскорее, потому что начиная с этой недели, как вы понимаете, у нас начинается новая жизнь. Со вчерашнего дня началась новая жизнь, поэтому включайтесь по максимуму и желаю вам рекордного цикла. Всем пока и до встречи на ближайших событиях компании. Пока!